В год охраны окружающей среды многие ивановские районы обзавелись свежепосаженными аллеями. Наконец, руки администрации дошли и до московского микрорайона. Здесь, на улице генерала Хлебникова, сегодня посадили кленовую аллею. В благом деле приняли участие также федеральные природоохранные службы, депутаты областной и городской думы, студенты-экологи и представители правительства региона. Мы много говорим о том, что деятельность человека наносит вред окружающей среде. Но вот это какое-то наше восполнение того вреда, который ради благ цивилизации мы вынуждены потреблять блага, которые нам дает природа. Вот мы их восполняем. То есть я считаю, что это благодарность, хоть маленькая, но благодарность матушке природы за то, что у нас есть. Не остались в стороне и молодежные организации. Правда, посадку деревьев решили совместить с собственным пиаром. На благое дело пришли с флагами и логотипами своих движений. Видимо, чтобы горожане знали своих героев.